В минувшие выходные в московский регион пришла настоящая зимняя сказка, о которой жители мечтали все новогодние праздники. Запоздавший подарок от небесной канцелярии, что называется, от души укрыл все вокруг белым одеялом. Да так, что гидрометцентр объявил оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности. Снегопад, который не прекращался все выходные, уже назвали мощнейшим за последние 100 лет. Для маленьких и взрослых это стало настоящей долгожданной зимней сказкой, сюрпризом. Вот только для автовладельцев сюрприз оказался совсем неприятным. Из-за сильного снега, ветра и обледенения только в Мытищах повалило десятки деревьев, некоторые из которых упали на крыши припаркованных автомобилей. Во дворе на улице Мира подсчитывают свой масштаб бедствия. А вот на заднем... Где дверь задняя, там угол. Вот здесь, можете посмотреть. В основном вот страдал. А здесь вот. Большинство водителей сегодня пересели на общественный транспорт. А те, кто все-таки смог отыскать и откопать свой автомобиль, готовились добираться до работы в многокилометровых пробках. Я просто попозже на работу еду, поэтому думаю, сейчас если откопаюсь, поеду. На машине не откопаюсь, поеду на автобусе. Все коммунальные и аварийно-спасательные службы в выходные были переведены на усиленный режим работы. Количество звонков в единую дежурную диспетчерскую службу за последние сутки увеличилось вдвое. В субботу у нас поступило на операторов 112 около 1000 вызовов, там 1100 с копейками, а в воскресенье за сутки около 1200 вызовов. В большинстве случаев жители округа обращались в службу 112 из-за состояния дорог, буксирующих машин во дворах своих домов, поваленных деревьев и порванных электропроводов. Таких серьезных отключений дальних деревень не было. То есть небольшие, где-то в течение 3-4 часов они восстанавливали электроэнергию. О том, что перебоев с электроэнергией на сегодняшний момент нет и свет есть у всех мытищинцев, заверил директор мытищинского филиала «Мособлэнерго». Те заявки, которые были в оперативном порядке вчера усиленными бригадами, вызванными электромонтерами и также полностью мобилизованными сотрудниками Мособлэнерго, были устранены. Надо отметить, что к проказам матушки зимы мытищинцы отнеслись с пониманием. И в воскресенье горожане выходили во дворы с новенькими, купленными по случаю лопатами, чтобы помочь дворникам справиться с последствием небывалого снегопада. Да то зима пришла, правильно? А то, что грязь, грязь, сырость, да сырость. Дарья Ильинская, Денис Корнев. Информационная программа «День».